Друзья, привет! Это здорово! И сегодня мы находимся на самом главном модном круизном показе. В замечательно атмосферном месте Mafia Rave Terrace. Такое замечательное мероприятие. В первую очередь из них это Mafia Rave Terrace. Прекрасная площадка. Я безумно счастлива видеть, как все здесь расположено. Спасибо огромное компании Pirwall. Просто блистательная фотозона. Сегодня участвовали в показе? Да. От какой коллекции? Какую коллекцию вы представляли? Miss DM. Это самая модная коллекция впервые для нас. Это самая красивая коллекция. Я выходила в юбке с карманами полосатую. Еще не была майка бежевого цвета. И здесь была приплюкина роза. Красная. Вся коллекция была летняя, и там самое главное было, это что все модели были как одна, они выходили красиво, представляли модную очень одежду Miss DM. Я выходила в штанах белых и выходила в кофте. Miss DM, я считаю, гламурная одежда, и для бальных девочек они тоже это делают. Miss DM отличается от всех других, что у них все гламурное, розовое там, но у них нежное, а не сильно такое яркое. Когда я узнала, что я еду на Одесса Fashion Week, это, наверное, был первый момент, и то, что это все будет происходить на маяке, когда будут бить рекорд, то есть это будет море, то есть я вдохновлялась больше морем и всеми силуэтами, которые присущи там. Сегодня, на самом деле, это уже второй рекорд в рамках Одесса Fashion Week. Первый мы регистрировали вчера. Это был самый длинный в Украине подиум для фэшн-показа. Его длина составила 612 метров. Сегодня мы регистрировали коллекцию самого молодого дизайнера в Украине. 14 лет и 8 месяцев мальчику Глебу Кисловскому. Большой молодец! Я посмотрел на нынешнюю моду молодежи и понял, что хочу создавать что-то свое. Так я и пришел к этому всему. Хотел, чтобы это было очень ярко и чтобы это подходило и на спорт, и на повседневную жизнь. Что вдохновляет на новые песни? Как всех творческих, либо расставание, либо влюбленность. Ну, чаще всего расставание. Слава богу, бывших достаточно. На 4 альбома насобирал. Какие планы на ближайший год? Осенью, как всегда, тур. Приедем мы в Одессу, как всегда, каждый год мы в вашем, там, где раньше была биржа, это, по-моему, филармония называется. Вот, очень здоровское, красивое здание. Ну, тур. От альбомов я отказался, просто выпускаем каждый раз синглы, песни и не собираем их в альбом. Как бы это уже не модно. У меня,
конечно, всегда модели, знаете, чуть-чуть заглядываю в будущее. Мне очень нравится футуризм, и какую бы коллекцию ни делала, там обязательно какие-то элементы футуризма присутствуют. Чем вдохновляетесь? Разным. Вот, например, в этой коллекции меня очень вдохновило, это журавли, которые здесь вышиты. Это точная копия вышивки фрагмента средневекового кимоно японского. Я его нашла на сайте Рейхсмутского музея в Голландии и сделала коллекцию. И часть вот этой коллекции, вот серая ее часть, я ее послала туда, они открыли конкурс дизайнеров уже второй год. И я там вошла с этой коллекцией в топ-75 лучших из 2600 заявок. Чем сегодня будете удивлять наших гостей? Я привез сюда новую песню. Надеюсь, она понравится, потому что год мы ее делали. Это впервые и первая песня, которую я написал сам, как бы с моим продюсером, он тоже пишет стихи, мы совместно, у меня вот пошло вдохновение именно в Одессе. И сегодня я ее привез на суд публики, это будет премьера именно в Одессе. Я вот думаю, мне показалось или нет, немножко прикрыта очень оригинальная, актуальная футболка. Расскажите нам, пожалуйста. На самом деле я противник насилия. И для меня война – это боль. То есть, ой, сейчас могу заплакать, потому что настолько уже накипело. Когда матери теряют детей. И я хочу, чтобы был везде мир, и это прекратилось. И вот я как бы об этом пишу, что уже, ну, это уже крик. И вот мы сделали сегодня, в ней выступали. Коллекция «Доминант» с мужским началом, очень интересная для сильных людей, уважающих моду, которые следят за ней, ну и поклоняются ей. И, конечно же, очень немаловажный факт для личностей, которые, знаете, такая сексуальность, брутальность с опорой на интеллект. У нас присутствует, преобладает черный цвет, серый, белый, красный. Мы считаем, что да, пастельные тона ближе к природе. На наш взгляд, это такие очень глубокие тона, которые, допустим, не все понимают черный, особенно летом. Но для нас, если вы знаете, если вы знакомы с живописью, если смешать все краски, получится черный. То есть мы видим в черном очень много интересных нюансов и сочетаний. Предоставили наши партнеры, это бренд Грицана, вот эти вот изделия, короны, каркасные изделия, которые вы видели сегодня на подиуме, это работа ее рук, она мастер. Мы представляем бренд Savannah, это нижнее белье. Это очень культурные мероприятия, они дают город перспектив. Когда народ красивый, он красив во всем. И ну, это как на международный уровень показываем наш город реально как лучше и лучше. Поэтому мне очень нравятся такие мероприятия. И ну, как во всем, это очень хорошо. Сегодня были представлены круизные коллекции не только украинских дизайнеров, но и зарубежных. Оставайтесь с нами, следите за модой и будьте в тренде!